А теперь эксперимент, который вы сами можете повторить у экрана телевизора. Просьба сосредоточиться. Задача заключается в том, чтобы считать, сколько передачи мячей было в команде в белых футболках. И не обращать внимания на передачи мячей команды в черных футболках. Зрители НТВ просим не отвлекаться и считать броски с нами, считать как мы, считать лучше нас. Задача очень напряженная, поэтому не отвлекайтесь ни на что, будьте максимально внимательны. А после эксперимента мы обсудим его результаты. Кто-то насчитал 16 передач, у кого-то вышло 14 или 13. Все равно вы упустили главное. Как принято в психологических опытах, задание было дано только для того, чтобы вас запутать. Не заметили то, что в пространстве сцены появился человек, одетый как горилла, кривлялся, махал руками, но вы это не заметили. Мы далеко не все видим, слышим, чувствуем в широком смысле, что попадает к нам на рецепторы, на органы чувств. Наше восприятие, наше сознание очень глубоко избирательно.